Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды. Быстренько идем в магазин. Так, колодушку откроем. Так, Ванька-стиранка. Так, точно. Бежим в список, ищем сразу Донателло Космос и находим на него последние, наверное, детали, я так понимаю. Две ячейки крэнгов, я надеюсь, мы с тобой найдем. Так, одна найдена уже. Тогда вторую. Отлично. Так, и получается, нам нужно найти еще 12 комиксов. Вот таких. Ну что ж, давай попробуем найти. Мне кажется, фиг у нас что получится. У нас, видишь, в какой рамочке. Не в золотой, конечно, но тем не менее, все равно, мне кажется, будет проблематично найти. Что здесь абсолютно одинаково. Ладно, давай попробуем здесь. Так, комикс называется «Дьявольские какие-то там мертвецы». Во. Так, крышка люка. Я, кстати, не знаю, где у нас крышка люка требуется. По-моему, вообще нигде. Или мы еще с тобой просто не изучали такие скиллы, где нужны нам эти люки. Так, ну давай, давай, давай. Нет. Не хотит. Не хотит мне давать эти комиксы и все. Сколько там еще нужно, чтобы прицениться хотя бы? Еще 8. Еще 8 комиксов. Раз. Два. Три. Пошло дело, что ли? Опять крышка люка. Ну что ты будешь с ней делать, а? Ребят, вы как поняли, да? В прошлой серии, к сожалению, у меня... Не знаю, по какой причине отключился микрофон, хотя все горело, все лампочки были активированы, я посмотрел, все было нормально, но почему-то именно когда начал видосик уже подготавливать на рендеринг, понял, что голоса, к сожалению, не записалось. Пришлось мне все штекеры эти перевтыкать заново, и только после этого получилось, но уже было, как говорится, поздно. Так, слушай, мы, по-моему, тут увлеклись с тобой поисками этими. Я, как всегда, начинаю заговариваться, и все, и потеряюсь где-то там, в пространстве. Так, два комикса еще, ладно, я попробую найти. Если у нас, конечно, хватит пиццы, ну, в принципе, должно хватить. Да что ты будешь своим люком этим крышкой делать? Так, раз, и последний. Ну, дайте последний, я уже прокачаю ему скилл, и все. Не шиша, не хотят. Они как чувствуют, да? Ты посмотри, как специально. Не, вот серьезно, вот сейчас уже по-другому никак не назвать, как будто вот специально они мне все это оттягивают. Трэш. Это трэш, ребята, я по-другому назвать это не могу. Вообще не дали, прикинь, комикса. Последний нужен был комикс мне, они его мне не дали. Ладно. Пиццу, я надеюсь, мы где-нибудь с тобой сможем набрать. Так, давай-ка мы вот эти задания завершим. Поднять уровень персонажа. Так, Донни, ты готов прокачаться? Не готов, тебе не хватает 2000 мутагенов. Понял. Значит, пойдем пройдем серию испытаний. Вот здесь. Так, Рафаэль, не нужен ты мне пока. Вот так вот я, наверное, сделаю. Такой вот бравой командой. Твою налево. Пицца кончилась. Да вы серьезно, что ли? Придется теперь, друзья, здесь набивать эту пиццу. Офигеть. Все чаще и чаще мы с тобой начинаем проходить вот это испытание специалистом, потому что я всю пиццу трачу на корню. Не, в принципе, это хорошо, ребят. Что мы тратим пиццу, что она у нас не остается. Но тратим-то мы ее на что? На всякую ерунду, на ересь. Так, ладно, 15 пиц есть. Сейчас еще 20-ку получим, это будет 35. Плюс, по-моему, еще 40-ку, да, это будет. Ну, нормально, тут за 200 пиц, наверное, получим. А может быть, около 200. Потому что в конце, по-моему, 100 пиц будут давать. Если я что-то не путаю. Ну-ка, посмотрим. Так, тут 25. А, нет, ребят, какую? За сотку. 25, потом 30, 35, да? 35 пиц, это максималка, но зато каждый бой. То есть сейчас мы с тобой посмотрим, сколько у нас приблизительно ее будет. На данный момент еще 25, итого 59, плюс 30,
и 35. Плюсуем сюда 65. Около 150 получается, ребят. Но все равно этого нам хватит, чтобы найти последний комикс и чтобы пройти испытание, да? Минус специалисты. Да, давненько мы с тобой не начинали серию с прохождения задания, где мы зарабатываем пиццу. Мы обычно всегда с тобой начинаем с арены. Но тут, видишь, вынудили уже просто. Погнали. Так, пошли, последний наш заходик здесь. Давай, влупляй. Тыдыч. Слушай, 50 уровень. Пришлось у Саги аж два раза его бомбануть, чтобы уложить. Странно. Ладно, сделаем скидку на то, что это был босс. Пускай даже и 50 уровня. Так-то, по идее, он должен с одной плюшки упасть. Так, итого у нас 124 пиццы, верно? Так, задание — пройти серию испытаний. Ну вот, теперь мы быстренько ее пробежим и попробуем на оставшийся найти с тобой последний комикс и прокачать уже все-таки Донателло Космос все эти скиллы до 6-й ступени, и можно на кого-то другого переключаться. Так, Усаги, Кирби, давай. Падай уже здесь. Так, бронированный таракан упал сразу же. Гриб навозный тоже упал. Ну что, переходим с тобой на вторую волну. Здесь, наверное, я вертушку все-таки закачу. Прекрасно. Минус крип и минус, по идее, пиццелицы. Все, ребят. Быстро, как говорится, и безболезненно для моих персонажей. Просто никто не успел даже сходить из врагов, и мы с тобой забираем награды. Так, а теперь еще нужно поднять уровень персонажа. Но уровень персонажа мы пока поднимать не будем, потому что у нас не хватает мутагена. А вот на Донателло Космос, я думаю, все-таки мы найдем этот комикс. Или вы опять? Есть, наконец-то. Все, друзья мои, до 6-й ступени. На тебе. Все, можно расслабиться. Донателло у нас практически фуловый. Ну, остается, конечно, прокачать до 7-й ступени скиллы, но это будет совсем не скоро, а в плане ближайшей прокачки это все. На кого теперь переключаться, я даже не знаю. Ну, Донателло, понятно, это будем уровень повышать, а вот кого именно по скиллам прокачивать? У Донни со скиллами это все пучком. Так, а у Майки у этого тоже все нормуль. Хм, у Ваньки тоже зашибись, и, по-моему, даже у Джастина все отлично. А кого тогда прокачивать? Крис, тебя что ли? У тебя тоже все норм. У Зека я тоже знаю, что норм. Так, железная голова, а у тебя как? Твою налево, мне даже... Так, у Рокзара все пучком. У Сплинтера тоже. Змейковью, ну а ты-то... Да ладно, ребята, это что за... Карайка, ну а ты-то... Трэш. Тоже у меня тогда не прокачан. Нет, тигриный коготь. Шреддер. Так, а Шреддер, ну-ка. У него тоже все ништяк. Так что, получается, значит, тогда пульверизатор. Ну да, давай тогда будем его брать на раскачку. Окей. Пульверизатор, короче, ребята, у нас будет дальше прокачивать. Или подожди. Нет, лучше мы прокачаем Паукуса, да. У него больше, так сказать, массовых атак, и он, наверное, больше нам зайдет. Причем есть испытания, где он там нужен. Так, ну что, пойдем теперь на... вот сюда, на испытания, ребята. Хочу вытянуть, попытаться Шинигами. Не знаю, получится, нет? Так, выпадает нам Кунаичи. Камень Талик. Доллара 3. 40 жетонов. Опять жетоны. Напрягает, ребята, уже напрягает. Ну вы серьезно, ну Лапекс. И последняя попытка — это кукла Дарума. Не знаю, почему так проблематично вытащить Шинигами, друзья, вообще не знаю. Ну что, а у нас с тобой получается турнирочка. Мы с тобой в Лиге Мастеров, 52 место. И как ты понимаешь, сегодня мы получим топчик. Завтра уже будет понедельник. Завтра, ребята, у меня последний выходной, поэтому буст состоится
надеюсь, вовремя, в 4-3 часа. Если не просплю, потому что сегодня проспал. Я хотел снять юрский мир на Android, да? Думал, сейчас мы там допройдем с тобой события. А в результате я до 5 часов провалялся. Вот так вот. Ну и лег, извини меня, я в 9 часов утра. Поэтому можно понять. Ладно, это уже не то. Не в те степи мы идем. Давай потихоньку будем бомбить уже. Беру Шредера вместе с... Ну ладно, пускай Усаги пойдет. И вот этих вот, как говорится, Рокстеди и Роквелл. Поехали. Начинается с массовой атаки. Окей. Так, и добиваем Супер Шредера. Все. Кстати, надо будет посмотреть, что у нас там по монетам-то. Насобирали мы достаточное количество или нет, чтобы приобрести еще 3 ДНК на... Есть, есть, ребята, тихо. Пойду я прикуплю еще 3 ДНК на Супер Шредера, на нашего. Так, предметы сюда. Ну все, друзья мои. Со следующих 100 монет мы с вами пропаем нашего Шредера. А жетонов у нас 340, ну маловато, согласись. Нам нужно 610. Да, жетоны очень тяжело, как бы. Нет, ну как тяжело, ребята? Если у нас, например, будут те события, которые мы с тобой, например, уже прошли, да, и у нас есть определенные все персонажи, можно, в принципе, просто запускать фарм жетонов. И все. Ну, просто тратишь сыр на персонажа, и в этот момент тебе могут выпасть жетоны. Жетоны нам нужны, ты сам понимаешь, да? Так, ну что, двигаемся тогда дальше. У нас тут... Ну, давай возьмем эту команду. Лео плюс Армагон. Лео плюс Армагон. И раз, два, три. Вот так вот. Кстати, а ты напиши, ты согласен с моим мнением, чтобы прокачивать Паукса? Или ты думаешь, что кого-то лучше другого прокачать? Пиши в комментариях, и мы уже решим. Может быть, большинство проголосует за какого-нибудь другого персонажа, да? Тогда будем его качать. Так, минус Рокстеди. Чего? Ты не оборзел, чуть до Нутелла мне не ушатал. Пумс. Донни, тебе повезло. А я, ребята, как всегда забылся. Я, как всегда, забылся. Должен был делать массовые атаки, а я уже, знаешь, просто как будто на обычном испытании прохожу. Так, ну что, 33 место. 7 ступенек, если будешь пролетели, это мало. Это очень мало. Так, и серия, я так понимаю, сегодня будет слишком коротка. Почему? Ну, ребят, потому что у нас остается лишь арена. И чтобы зайти на топчик, нам всего лишь немножко нужно здесь поиграть. Так что не обессудьте, мы подготовимся сегодня к понедельнику. Так, норм, норм. Тихо, 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 сейчас звезданут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты гляди, что вытворяют. Ребята, это риск. Это был офигенный риск. Я очень даже удивлен, что мои ребята выстояли. Одна атака массовая, это была, извини меня, от маузеров, от кроликов. Ты посмотри, какой уровень-то у них был. 79-й. А мои пацаны были 55-го уровня. Я в шоке. Плюс еще выдержали удар от Майки. Неожиданно для меня, если честно. Так, ну что, 22-я позиция. Поехали дальше. Сейчас мы возьмем с тобой, наверное, вот эту команду. Да, возьмем эту команду. Шредер возвращается и... И давай-ка мы с тобой вот так, наверное, сделаем. Не будем сейчас тратить откаты. Потому что не стоит. Там осталось-то пару боев, и все, и мы с тобой уже будем на первом месте. Поехали. А что ты так мало урона питал-то нанес? Эй, Майки, что за дела-то? Вот Шредер, да, бомбит жестко. Ты смотри, что он сделал. Он сделал очищение. Леонардо, соответственно, снял весь негатив. Ну, как ты понимаешь, это им не помогло. Донателло все равно пробил. Так, и не забывай, что в этот момент мы с тобой еще набиваем мутаген. Нам нужен он для того, чтобы поднять Донателло на следующий уровень. Все, 11-е
места. Тут остается совсем капелька. Давай Шреддера возьмем, Рафаэля и вот этих вот ребят. Это, наверное, последний поединок у нас сегодня. Ну что, поехали? Бросаем бомбочку. Да отвали ты, а. Сплинтер лезет. Не свое, как говорится, дело. Здесь, наверное, нам нужно просто Рокула убить. Так, постепенный урон там будет, да. Сработал на сплинтере, и все, ребят. Сейчас, по-моему, у нас будет первое место. Давай-ка глянем. Да, первое место, все, ребята, мы с вами лидеры. Так, поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 27, а нужно 29. А где же я еще набью мутаген? Не понял я. Блин, мне нужен мутаген еще. Что это за дела такие? 360 плюс 70. Получается 420, а нужно 450, да? И подожди, сколько нам нужно для того, чтобы... А, чё я вру, ребята? Почему у меня в голове 450 осколков платиновых сидит? 400 нужно, все, ребята, мы на этой неделе. Вот это вот в понедельник, то есть завтра. Мы будем с вами прокачивать нового персонажа в платиновый ранг. Так что быстренько, быстренько пишем в комментариях, кого будем поднимать в платиновый ранг. Персонажей у нас много, очень много, которые хотят, вот начиная с пульверизатора и поехали. Ну, не считая Паукса тут. Тут Змея Карая, Стразу, Рафаэль, Бакстер, Муха, там, Донателло, Видение Шинигами. В общем, есть кто. Кунаичи Свежак, который буквально вчера у нас прокачался на фулочку. Так, Леонардо Видение у нас уже платиновый. Так что, друзья мои, дерзаем, дерзаем, и все будет у нас хорошо. Ну, этих мы уже не можем с тобой прокачать, потому что они не имеют 5 звезд. Я надеюсь, ты успел посмотреть, кто у меня имеет 5 звезд золотых и кого мы можем прокачать. А я-то сижу, думаю, 450 осколков нужно для того, чтобы прокачать в платиновый ранг. 400? Все, ребят, 400, не больше, не меньше. Здоровски. Так, сейчас меня интересует другое. Где же мне взять мутаген? Где взять мутаген? Я в шоке. Может быть, его купить? Мутаген же у нас, по-моему, продается, если я не ошибаюсь. Так, 1000 за 110 долларов. Нет. Вот мутаген я еще не покупал по таким ценникам. Вот что я возьму. Вот это я, пожалуй, приобрету, ребята. 720 у нас телепортов. Это, конечно, круто. Плюс у меня есть баксы на откаты, но я их тратить не буду. Зачем? Откаты нам с тобой сейчас не нужны. Ладно, давай тогда, раз уж не получается у нас прокачать Донателло, возьмем кого-нибудь послабее. Ну, например, Кренга. Все, он получает 55 уровень. И забираем здесь с собой награды. Отлично. Кстати, можно было просто посмотреть вот эти вот паки. И в них, кстати, тоже можно было бы получить мутаген. Так, если глянуть по приключениям. Смятение 30% всего пройдено. Ребят, ну, нет резона сюда идти. Это нам нужно раз, два, три, четыре. 4 серии еще отыграть, а уже после можно будет, конечно, рвать это смятение, как говорится, из другого измерения. Так, а тут у нас что? Ага. Давай попробуем крутануть. Откаты у нас все равно пока есть. Точнее, не откаты, а телепорты. Поэтому нам как бы просто для прикола. Я знаю, что эти все персонажи есть. Ну, а вдруг? Вдруг выпадет что-нибудь такое, что у нас нету. Ну, это маловероятно. Если только вот этот вот пак ДНК тени. Эть!
Твою же дивизию. А было так рядом, а, ребята. Было совсем рядышком. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо. Ну что, опять Донателло фильм, да? Все, три попытки, по-моему, всего лишь дается. И мы с тобой три попытки эти потратили. Да, ребята, давайте я буду на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.